Привет, моя красавица! Скоро буду. Я к тебе очень тороплюсь. Смотри, я принцесса. Доча, папа тебе попозже перезвонит. Старший инспектор ДПС, майор Орлов. Тут превышение, без ремня, и еще по телефону разговаривал. Виктор Степанович, превышаете, не пристегнут. День рождения у дочери. Вот торопился поздравить. А про аварию на Уренгое слыхали? 5 человек. Тоже, между прочим, не пристегнутые. Давай без нотации. Выписывай штрафы счастливого пути. Или что? Может, договоримся? Да вы не кипятитесь, Виктор Степанович. За такие предложения уехать можно. Надолго. У вас телефончик есть? А то мой на морозе сел, у него звоночек один сделать. Как тут? А? Здравия желаю. Разрешите представиться. Старший инспектор ДПС, майор Орлов. Маша. Это вы зачем, командир? Поздравляю тебя с днем рождения, Маша. Пап, привет. Тут у нас такое дело, Мария Викторовна. В общем, папа ваш, вроде бы взрослый, а ведет себя как маленький. Не пристегивается, превышает. Да и по телефону, наверное, разговаривает, а? Разговаривает. Попрошу вас принять меры. Папа, а почему ты не пристегивался? Да, доченька, я поторопился, забыл. Папа, не спеши, обещай, что будешь вести аккуратно, а то не получишь торт. Разрешите пристегнуться? Разрешаю. Ваши документы, Виктор Степанович. И хитрец вы, майор. Дочке обещание дал. Счастливого пути. Спасибо. Доброта спасет мир. И детей накормят. Коль, чайку попей. Походу, уже все мозги себя отморозил. Чего я такого сказал-то? А ничего. Одни деньги на уме. Ну так 21 век. Да какой бы ни был. Люди есть люди. Каждого из нас дома ждут родные. Берегите себя и других на дороге.